Вы живете в Гродно или где-то рядом, то вы наверняка узнали это место. Вокруг Гродно красота, и пару дней назад произошло происшествие, которое вы наверняка уже знаете. До этого все было вот так вот. Огонь, дым, пожарный, и все это мы видели своими глазами. Красота, туристы, туристические автобусы. Проходит очень много экскурсий по Гродно. И это старинное здание, я думаю, тоже станет достопримечательностью. Но в плохом смысле. Оно сгорело практически дотла. Приезжайте в Гродно. Смотрите на наши достопримечательности. Новые, старые и даже сгоревшие. Все ставьте лайки. Кликайте вот на эту кнопочку «Подписаться». Заглядывайте в мои соцсети. С вами была я, Алина, и всем пока-пока!